Всем привет! Добро пожаловать на 12-е занятие школы Roblox 2020. И на этом занятии я вам расскажу про Spawn Locations и команды. Почему это нужно? Дело в том, что если мы захотим делать продвинутое оружие, которое будет работать, например, в играх с командами, нам обязательно нужно разобраться с командами. Командами игроков. Имеется в виду команда красных, команда синих, команда зеленых и так далее. Так. Давайте начнем с того, что вы прекрасно знаете и, наверное, не раз использовали. Это Spawn Locations. Короче, спавны. Так, чтобы добавить спавн, вкладка «Модель». И вот у нас есть кнопочка. Она у меня маленьким нарисована. Маленькая иконка. Спавн у вас, скорее всего, побольше. Давайте на нее кликаю. Появился спавн. Я его удалю сразу же. Давайте посмотрим на свойства спавна. Что же там есть такого интересного? Сразу, первое свойство, которое можно использовать даже в играх без всяких команд. И вы наверняка его видели, что когда у вас игрок заходит в игру или возрождается после смерти, у него используется, вокруг него защитная сфера, Force Field появляется. И вот есть вкладка в этом Spawn Location, которая называется Force Field. И здесь единственный параметр duration. Это значит, сколько секунд защищать игрока. По умолчанию там десятка. И наш игрок 10 секунд бегает в защитной сфере и не может умереть. На самом деле он не может умереть, только если вы используете такую штучку, как take damage гуманоида. Это мы в скриптах увидим. Поэтому если вы правильно игру пишете, не надо напрямую увеличивать, уменьшать очки здоровья у игрока. Нужно использовать для этого специальную функцию. Если вы специальную функцию не используете, то тогда вот это защитное поле работать не будет. А мне кажется, что нам нужно это все использовать, потому что это круто, это уже запрограммировано и работает быстро. Но если хотите убить игрока мгновенно, конечно, присваивайте в его HP 0. В его очки здоровья 0. И тогда будет проигнорировано защитное поле, включено оно, не включено, игрок все равно умрет. Итак, я здесь уменьшил специально защитное поле продолжительность. Давайте до единицы, потому что иначе я буду добегать до всяких телепортов и всего прочего, и не будет срабатывать. Так, что у меня здесь уже закодировано? Я закодировал две детальки. Касаемся красной, умираем. Так. И касаемся вот этого фингала, нашего доджа. И он нас телепортирует куда-нибудь. Вот, телепортировал. Окей. Скрипты уже есть. Ничего интересного. Так. Давайте еще про особенность спавнов поговорим. У спавнов есть вкладка Teams, команды. Обычно она при установке спавна она стоит нейтральная. Что означает нейтральная? Дело в том, что вы, наверное, замечали, если вы добавите 10 таких штук, 10 спавнов в вашей игре, то после смерти ваш игрок появляется на одном из этих 10 спавнов на этом плейсе, и вы не можете выбрать, на каком конкретно. Если вы хотите, чтобы после смерти он появлялся на каком-то конкретном, ну, придется писать скрипт. А без скрипта, так уж сделан наш Roblox, кстати, это здорово, что 10 нейтральных спавнов понаставили, и на них может возрождаться любой человек. Не только нейтральный, но и игрок, принадлежащий команде, например, красных. Он тоже может после смерти, он может возрождаться на спавнах, которые принадлежат его команде, а может и на нейтральных, случайным образом. Так, давайте посмотрим, вот чем красный отличается у меня и серый. Серый нейтральный. Неважно, какой цвет, галочка у меня вот эта не стоит. Эта галка позволяет при соприкосновении с этим спавном, любой игрок, который пробегает через него, он переходит в команду, которую мы здесь выберем. Естественно, я сделал первый спавн. Тут появляются первые люди, которые зашли в лобби, еще не выбрали свою команду. Поэтому автоматически я им не присваиваю никакую команду. Но если я хочу присвоить им команду, зеленую или красную, вот видите, у меня уже заготовлено, я просто здесь поставил галку для зеленой. Разрешить
Allow Team Change on Touch. Значит, при прикосновении автоматически игрока записывать в зеленые. Не в зеленые, а какой цвет я здесь выберу. Видите, как интересно, команда в спавнах выбирается. Еще не по имени команды, а по цвету. Поэтому очень важно, чтобы вот этот цвет в спавне совпадал с цветом команды, который мы сейчас будем с вами создавать. Ну, у красного то же самое. Так, давайте теперь перейдем к такой штуке, которая многих может поставить в тупик. Дело в том, что в старом Роблоксе раньше некоторые службы, ну не некоторые, все службы уже были у вас в Эксплорере, в проводнике нашем. А теперь взяли из него и убрали несколько служб, в том числе и службу команды. Но дело в том, что я перед уроком я ее добавил, вот эту вот службу Teams, ее удалить уже невозможно из нашей игры простыми способами. Так, как же добавить, если у вас нет этой папки Teams? Нам нужно обязательно ее добавить, чтобы мы могли добавить в нее несколько команд. Идем в вашем Roblox Studio, вкладка «Модель», и есть такая кнопка, «Advanced», и вот такая иконочка с двумя шестеренками, синяя и красная, называется «Сервис», «Добавление служб». И здесь перечислены те службы, которые не добавлены в ваш Place по умолчанию. Ну вот у меня какой-то Replicated Script Service остался недобавленный. И здесь у меня еще была строчка Teams. Я на нее кликнул, сделал Insert, и она автоматически появилась здесь. Если она у вас уже есть, ну ладно, не трогайте. Давайте теперь добавим команды. Команды добавлять очень просто. Плюс, и вот нам сразу подсказывают, что можно добавить. Добавляем команду. Вот у меня уже есть Reds, красные, зеленые. Давайте черных еще добавим. Давайте посмотрим, какие свойства у каждой из команды есть. Вот свойства. Есть имя и есть цвет. Все. А, ну еще есть галочка. Автоматически игрока присваивать в эту команду, заносить. Например, есть какая-нибудь команда. Ну, у меня... Так, давайте-ка я вот так сделаю. Вот. Я по командам хожу. Видите? О! Так. Во вновь создаваемых командах автоматически вам ставят галочку «Автоматически присваивать». Причем Roblox делает вот как. Если мы во все галки поставим, если мы во все команды поставим эти галки. А, ну давайте я не буду ставить сейчас галку. Посмотрите, у меня только в одной команде галочка стоит. Автоматически зачислять в команду черных. Запускаем игру и смотрим, мой игрок в команде черных или нет. А это можно посмотреть в лидерборде. Да, вот я в команде черных, автоматически занесен. Касаюсь зеленого спавна. Я вам уже показывал, что там во время прикосновения заносить в такую-то команду. Никаких скриптов не надо. Могу переходить из красной в зеленый и так далее. Вот. Ну, у меня других спавнов нет, поэтому перейти в черные, там, желтые я не могу. Окей. Так что, как бы я ни заходил в игру, я всегда буду черным. А давайте сделаем так. Убираем из черных галку и заходим. Я сейчас буду в нейтральных. Появится в лидерборде пятая строчка, хотя я не заводил эту команду. Но, тем не менее, вот видите, я нейтральный. Так что я еще не выбрал команду. Но вы понимаете, что в некоторых играх не нужно никаких нейтральных делать. Надо сразу всех разделять по командам. Например, у вас две команды, красная и зеленая. Так что ставите галки и тут, и там. И автоматически Roblox следит за тем, что если много игроков вышло из зеленой команды, то все следующие зашедшие игроки будут из красной команды. Ну, как бы балансировка. Старается делать это честным. Но на самом деле, если мы посмотрим, так, про спавны, все самое интересное я рассказал. Здесь есть правила спавна. Ну, я, наверное, все это уже рассказал по-русски. Нам это неинтересно. А вот в командах... Так, про что я сейчас говорил? Вот это мы должны сегодня в конце урока, чтобы не было скучно во время урока, я потом это расскажу. А, да-да-да. Я вам сказал, что балансировка. Здесь в статье про команды есть пример балансировки, и он прикольный. Я его на этом уроке не буду разбирать, и даже на следующем. Что делает этот скрипт?
ребаланс, делает ребаланс. Например, смотрите, у вас было 20 игроков, 5 убежало. И вот такая штука, этот скрипт, он смотрит за тем, чтобы разница в количестве игроков не превышала 2. Чтобы, если, не дай бог, в одной из команд меньше на 2, чем в другой, ну здесь синяя команда, так, здесь красная и синяя, вот две команды. Если в одной команде на 2 больше, то тогда берется игрок случайный из противоположной команды и переходит в эту команду, в которой было меньше игроков. И поэтому всегда примерно поровну получается. Скрипт очень простой, можете посмотреть. И еще сразу говорю, смотрите, помните, у нас было событие Player Edit. Это в службе игроков, Players. А в службе команд тоже есть такое же событие, Player Edit. Так что можно сделать, чтобы событие срабатывало, когда игрок переходит в какую-то команду. Например, в команду синих. Перешел, неважно, или его кто-то переназначил, или он зашел в игру, его автоматически туда переназначили. Или он наступил на спавн, который сделал его вот этой командой синих. Вот, сработает вот это событие. Ну, про это в продвинутом уроке, если будет продолжение этого урока, мы разберем. Вот. Ну, на самом деле, очень просто здесь все поймете. Единственное, сразу говорю, что здесь где-то была проблема. Вот, наверное, вот проблема здесь. Да, у игрока смотрят Team Color и сравнивают его с каким-то цветом. Хотя можно сравнивать с командой. Это немножко устарело. Так что имейте в виду, что некоторые скрипты могут не работать. Ладно. Так, возвращаемся к нашему уроку. Так, службу добавили. Команды добавили в игру. Вот, давайте теперь посмотрим про нейтральные спавны. Это я уже тоже рассказал. Так, что теперь сделаем? Давайте теперь сделаем так, что игрок может выбирать, в какую команду он перейдет. Давайте сдублируем. Я сдублировал так Two Greens. Сейчас я его перемену Two Yellows. Пододвину. Так. Yellows сменил цвет. Так. Наверное, проще менять Brick Color, и автоматически цвет сменится. Так, to Yellows. И давайте Blacks тоже сделаем. Так, я сдублировал не то. Я сдублировал наклейку. Так, to Blacks переименовываем. И цвет меняем. Все. Все автоматически. Все остальное нормально. В командах, во вкладке команды Teams уже стоит галочка. О, ребята, вот я уже нашел ошибку у меня. Цвет детальки это одно, а цвет приема в команду это вот здесь, в этой вкладке нужно делать. Так, здесь выбираем черный цвет. И в желтый тоже исправляем. Итак, в зеленый здесь зеленый, в желтый желтый. Красный. Окей. Все отлично. Так. Можно запустить, проверить. Ну, я думаю, что все работает. Так, что теперь я хочу сделать? У нас есть в командах скрипт. Я его не буду показывать. Вы сами. Вот давайте, единственное домашнее задание. Заходите вот по этому адресу. Ссылка будет в описании на команды. И здесь есть один скрипт, который делает дверь. Вот. Команда только для прохода членов одной из команд. Единственное, что я вам в этом скрипте говорю, вот это уберите. Не создавайте из скрипта дверь. Сделайте прям part дверь, красивую какую-нибудь дверь. И вот на нее ссылочку здесь используйте. Остальное можете использовать вот этот скрипт. И очень хочется увидеть в комментариях, какие недостатки у этого скрипта. Что здесь плохо сделано. Но это вы, возможно, я и по тексту вижу, а возможно, вы это увидите только если поставите его на ваш place. Так, ну а я что хочу сделать? Я хочу сделать, чтобы... Во, давайте теперь посмотрим. Я хочу сделать так, что если я умру,
нейтральный игрок, что я буду появляться только на нейтральном спавне. Да, я появился. И видите, у меня защитное поле одну секунду всего длилось. Окей. Так. Стал зеленым. Теперь умру. Должен появляться тоже на зеленом. Так, я появился на сером. Что у нас пошло не так? Давайте посмотрим, какие у нас настройки. Так, идем в команды. А, нейтральная галка стоит. В этих нигде не стоит нейтральная. А я вам уже сказал, если стоит галочка нейтральной, то на ней может появляться любой человек из любой команды. Убираем с нашего серого нейтральный. Давайте еще раз эксперимент проведем. Сейчас стану, например, желтым и попробую умру. Я должен появиться уже на желтом. На желтом спавне. Да, все отлично. И видите, у меня теперь 10-секундный. Видите, я встал. И меня не убивает. Почему не убивает? Потому что я использую в скрипте убивалки. Давайте буквально на секунду открою скрипт и покажу. Так, стоп. Где у меня тут убивалка? Называется Killer Part. Смотрим Kill Script. И вот у меня здесь так. У меня здесь, ну, понятно, тут прикосновение, все это вы умеете. Получаю игрока, и здесь я использую гуманоид, и у гуманоида такая функция Take Damage 100. Все, и меня убивает. Take Damage, она срабатывает только, если вы не защищены вот этим силовым полем, Force Field. Окей. Так, что нам осталось в этом уроке? Давайте воспользуемся преимуществом команды. Например, мы делаем небольшое лобби. И вы хотите, чтобы какой-то телепорт, общий выход, он всех в свои лобби. Лобби зеленых, лобби желтых, лобби черных и так далее телепортировал. Давайте посмотрим на простой скрипт. Так, простой скрипт. Телепорт. Называется телепорт. Тим. Этот фингал доджа. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Добавляю службу. А, ну это стандартно. Здесь я в переменную заношу, получаю ссылку на службу команд. Нам это нужно для того, чтобы мы могли потом определять команду игрока, чтобы могли сравнивать. А иначе нам неоткуда узнать список команд. Ну не список, а хотя бы по именам. Так, сразу бегу отсюда и смотрим, что у нас есть, какая есть функция в службе команды. Да, Teams. Служба Teams. Что у нас есть? Вот. Единственная функция у нее есть. Get Teams. Вам возвращается таблица со списком всех команд. Reds, Greens, ну как у меня добавлен, Blacks и Yellows. Это нам сегодня тоже не нужно. Мы будем простое сравнение делать. Так. Это у меня... А давайте я оставлю. Когда мы касаемся этой детали телепорта, мне напечатают название моей команды. Ну, а здесь у меня было сравнение. Красные, не красные. Давайте сделаем нубовское сравнение телепорт. И сделаем продвинутое. Так, тогда скопируем, кто нам мешает. Если я красный, то меня телепортируйте. Так. Отлично. Если я красный, меня телепортируют. А на красный меня телепортируют? Нет, меня телепортируют ступень for greens. Я тут смешиваю русский и английский ступень, но это вот имеется в виду. Вот это ступень. Крас для красных, для for reds, for yellows, for blacks, for greens. Так, ну давайте красного будем на красный. Собственно, урок-то и закончен уже. Я сейчас буду уже механически набирать и покажу, ну, продвинутую, наверное. Продвинутую фишку. Так, проверим. Продвинутая тоже в кавычках все называете. Кто-то все это, конечно, уже знает. Так, телепортируемся. Никуда нас не телепортируют. Зеленого
тоже никуда не телепортирует. Давайте, а красного телепортнут куда-нибудь? Пожалуйста, телепортните. Так, опять меня на зеленый телепортнули. Я не понял, почему. Так, давайте скрипт смотрим. Я не записал, что ли? А, да, Reds. Окей, ну понятно, это все будет срабатывать. Давайте я уменьшу. Нет, так уменьшать не получится. Давайте я покажу, как разобью на несколько строк. Вот так. Итак, когда мы телепортируем игрока, мы должны изменить позицию. Ну, в данном случае лучше менять C-frame. Не position, а C-frame. У игрока есть персонаж, character. И в нем есть такая деталька. Гуманоид root part. А в ней есть C-frame. Вот туда нужно занести новый C-frame. Как мы берем и получаем этот C-frame новый? Мы его создаем. Вот как вы умеете вектор 3 создавать, например. Создали C-frame, но передаем ему позицию уже какой-то имеющейся детали. А деталь у нас, ну вот она. Ступень for reds position. Вот она. Так. Дальше. Почему я пишу вот так? Плюс, вектор, new и так далее. А я хочу, чтобы он у меня появился над деталью. Чтобы он упал с неба. Чтобы он не внутри застрял этой детали, а сверху упал. В прошлых занятиях я писал хитро. Я брал координаты x, координаты y, координаты z и какой-то там прибавлял. Но это довольно муторно писать. Короче, ну у нас уже есть вектора и C-frame. И они позволяют вот так с друг другом складывать. Про сложение векторов посмотрите отдельные мои уроки C-frame. И вообще про вектора прочитайте. Посмотрите любые уроки. Так, что за вектор такой? По x-у. Ну, в общем, смотрите, здесь мы берем координату нашей ступеньки четвертой. А вы знаете, что в Роблоксе координата, она находится в середине. Вот здесь буквально, где-то там, посередине этого кубика. И мы к этой средней координате добавляем по x 0 стадов, по y 20, по x, значит, 0 добавили, а по y 20, это вот где-то вот здесь, например, вот столько. Здесь у нас и появится наш игрок. Ну и по z мы тоже добавляем 0. Так что в глубину, так что чтобы он появился вот здесь, в середине здесь, середина здесь, но плюс 20 стадов отсюда. Это отсюда, и игрок должен появиться. Окей. Проверять не буду этот текст. Давайте сразу напишу, ну, более продвинуто, что ли. Так. TP. Давайте вот так. TP. Так. Teams. Reds. Studio не может нам подсказывать здесь. Оно не знает, какие мы создали команды. Нам нужно самому так делать. И здесь мы пишем. Reds у нас будет вот здесь. Позиция такая. И повторяем эту строчку. Можно еще более интересно автоматизировать. Но мы когда с вами пройдем циклы. На самом деле у меня урока 3 или 4 про циклы есть в Роблоксе. Посмотрите. Blacks. Теперь вот это вот скопируем. Я старался называть правильно детали. Так. Проверим, если игрок есть, и добавим еще проверку. Есть ли он еще и в какой-то команде? Потому что если он ни в какой команде нейтральный, то нам не пишут нейтральная команда, нам пишут nil. Ничего. Ложь. Так, если, значит, игрок есть и он в какой-то команде, то мы можем безбоязненно делать вот так. Новый C-фрейм нашего. Так. А сюда мы пропишем player team. То в какой он команде. И поэтому из нашей таблицы для красных возьмется вот эта позиция.
Ну, по уму здесь нужно, конечно, писать вот так. Я не буду все записывать. Но так надо повторять для всех, конечно. Потому что, возможно, в момент запуска скрипта эти еще детали не подгружены в вашу игру. И тогда у вас все вылетит с ошибкой. Итак, зеленое меня должно телепортнуть на зеленый. Телепортирует. В чем у меня ошибка? А, какой-то лишний end у меня. Да, я забыл. Я же сократил код, у меня вообще сейчас все красиво. Давайте, может быть, так даже сократим. Так. Отлично, все как раз влезло. Так, ну и запускаем. О, мне говорит ошибка. Я где-то blacks опечатался. Вот. Нужно black. А, blacks. Хорошо. Окошко output. Сразу смотреть blacks. Blacks. Что у меня команды во множественном числе. Красный E. Желтый E. Ну, в английском языке S в конце добавляется, когда множественное число. Так, давайте я стал красным. Телепортнулся. Давайте я стал зеленым. Телепортнулся. Отлично, меня телепортирует. Так. Черным стал. Ух ты, я стал черным. Меня не телепортнули. Что за безобразие? Ха-ха, вот ошибочка очередная. Так, желтый. Телепортнулись. Так, что у нас тогда с черными не так? Давайте посмотрим. Ошибок никаких не было. Blacks. Blacks. Все нормально. Blacks. Так, а может быть здесь у меня Blacks. Так. Здесь я цвет, может быть, to Blacks не указал. Really black. Да нет, я же в команду. Давайте еще раз посмотрим. Сейчас сразу черный стану. Черную команду черных. И идем на телепорт. Возможно, кто-то уже ошибку заметил. Вообще не срабатывает никак. Что за расизм в Роблоксе? Так. Блин, я нейтральным стал. Почему я стал нейтральным? Там галочка стоит, что ли, нейтральная? Не наклейка, а вот это. Смотрим. Teams, Teams. Так, может быть, у нейтральных цвет черный, really black. Давайте сделаем не really black у черных, а вот этот просто black. Так? Ну тогда и в нашей команде тоже идем blacks. И в свойствах. Блин, ну вот же ошибка. Видите, я в команде черных добавил, а у них цвет белый. Окей. Ошибка была не в скрипте. В скрипте сильно проще исправить ошибку. Так, тогда и здесь меняем назад. Опять меняем. Не black, а really black. Вообще здорово, что я совершил эту ошибку. Возможно, вы подобные ошибки совершаете. И благодаря этому вы сможете найти и их исправить. Так, я стал красным и сразу черным стал. Отлично. И как вы уже заметили, что нейтральных у нас никуда не телепортируют. Сейчас я умру и должен появиться на черном пьедестале. Ну давай. Отлично. Так. Ну что ж. Благодаря тому, что мы сможем узнавать цвета и название нашей команды игрока, наша пуля сможет узнавать, распознавать свой или чужой.
когда мы с вами доберемся до создания продвинутого оружия. На этом все. Мне кажется, что был полезным. Ставим лайки, шлем донаты, ставим колокольчик, подписываемся, рассказываем друзьям, подключаемся в наш Discord сервер и во ВКонтакте. Все ссылки есть в описании видео.